Добрый день. Мне, в общем, нужен документ, подтверждающий открытие. Ну, открытые мои счета у вас, не открытые, закрытые, есть вообще, нет их. Давайте посмотрим. Да. Все, спасибо. Добрый день, Ирина, меня зовут Иван. Скажите, пожалуйста, вот у меня интересуют такие вопросы. Скажите номер генеральной лицензии банка на кредитование. Сейчас, оставьте, пожалуйста, минуту на линии. Угу. Спасибо вам за ожидание. Номер 1326. То есть это получается генеральная лицензия банка на кредитование, правильно я вас понял? На осуществление банковских операций. Ага, на осуществление банковских операций. Да. Так, вот еще что хочу спросить. Значит, я открыл счет в 2015 году, номер 408-17. Что означают эти цифры, скажите, пожалуйста. Да? Да, расшифруйте их. Что они значат? То есть вы открыли счет. Да, верно. Ну, вам присвоили ваш личный номер счета. Так, ну вот цифры 408-17, что они значат? Расшифруйте. Оставьте, пожалуйста, минуту на линии. Спасибо вам за ожидание. Данный номер означает экспресс-счет. А поподробнее можно? То есть это ваш балансовый номер. Балансовый номер, и все, да? А да. Остальные цифры, что они значат? Там номер валюты, по-моему, дальше, да, идет? Ну, а что у вас идет дальше? Ну, вот смотрите, у меня идет дальше. 810, это рубль, я так понял. Да. 505, 830, 169... 768. Ну, ставьте, пожалуйста, минуту на линии. Угу. Спасибо вам за ожидание. А сейчас по консультации по составу счета переведу вас на специалиста. Угу. Девушка, а вот последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот какие цифры в счете означают, что это кредитный счет? Сейчас я вас переведу со специалистом поговорить, он вам все объяснит. Угу. Жду. Всего доброго, до свидания. До свидания. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Какой вопрос у вас? Добрый день, Екатерина. Интересует такой вопрос. Меня Иван зовут. Скажите, пожалуйста, какие цифры в счете означают, что это кредитный счет? Давайте просмотрим этот, пожалуйста, сейчас
все уточню, если есть возможность такая информация, я вам поясню, хорошо? Да, жду. Спасибо большое за ожидание. Иван, информацию для вас уточнила. В номере счета нет цифры, та, которая показывает, что счет именно кредитный. Так, понятно.